Добро пожаловать на еще один день занятий. Я рад тому, что у нас есть возможность вместе учиться и узнавать истины из Божьего Слова. Мы с вами уже прошли значительную часть первого послания к Тимофею. Мы выкопали глубокий фундамент. Мы докопались до исторического фона, узнав больше о культуре, о городе, о церквах в этом городе. Мы поговорили о Павле и Тимофее. И уже начали разбирать некоторые темы, поднимаемые в первом послании апостола Павла к Тимофею. И надо заметить, что это очень теплое и личное письмо. И вначале Павел говорит об опасности лжеучителей, которые начали проникать в церкви в Ефесе, неся распри и разделение в те церкви, которые находились на той территории. И Павел призывает Тимофея, он даже его подталкивает, чтобы Тимофей не сдавался, продолжал борьбу, твердо стоял до конца. И потом он говорит о том, на чем мы закончили на прошлом занятии. Он говорит о расставлении приоритетов для поклонения в церкви. И основным является молитва. И я думаю, для нас сегодня это крайне важно. Молитва — это то, с чего мы начинаем. Это не что-то второстепенное. И Павел обращается к мужчинам и говорит: «Я хочу, чтобы вы, мужчины, возносили молитвы, имели взаимоотношения с Богом. Я хочу, чтобы вы молились». Затем вчера мы рассматривали обращение апостола Павла к женщинам. Говоря о богослужении в церкви, женщины, вот что я хочу, чтобы вы делали. Вы радуетесь от того, что можете присутствовать. Вы учитесь впервые в жизни. Участвуйте вместе со своими мужьями. Но, пожалуйста, дождитесь того времени, когда вы будете дома со своими мужьями, чтобы задать вопросы, обсудить, и служите Богу так, как Бог предназначил для вас служить. Вот что я упустил, когда мы начали изучение этого послания, я не предоставил вам возможности самим изучить исторический фон этого послания. И в качестве домашнего задания я бы предложил вам выполнить работу на эту тему. И во второй главе апостол Павел пытается предоставить такую модель богослужения, которая основана на Евангелии, в центре которого находится Бог. Как мы поклоняемся? Что мы делаем во время нашего поклонения? Поэтому я призвал бы вас вот к чему. Напишите работу, небольшую работу, на 2 страницы. Тема работы звучит так. Как можно применить принципы относительно поклонения в церкви с 1 и 2 главы послания к Тимофею в контексте вашей церкви? Вы можете сказать: «Я не пастор, я не лидер», но все-таки вы можете оценить поклонение в вашей церкви. Вот такие у нас проблемы, а вот такие у нас возможности. Рассмотрев то, что Павел говорит о молитве, то, что Павел говорит мужчинам, что он говорит женщинам, вот какое применение я хотел бы извлечь для нашей церкви. Небольшая работа. Посмотрите на текст еще раз, посмотрите на вашу церковь и постарайтесь все связать. А сегодня мы с вами начнем говорить на тему лидерства. Каким должно быть руководство церкви? И опять же, нам необходимо возвратиться к нашему фундаменту, к ситуации в Эфесе, и затем уже поговорим о том, что это означает в контексте современной церкви. Давайте мы откроем Библии, 1 послание к Тимофею, 3 глава. И мы будем рассматривать стихи с 1 по 7. Но вначале я опять расскажу одну историю. Давайте подумаем о том, каких бы лидеров церкви вы хотели бы видеть. Если бы вы могли представить совершенного, идеального лидера, каким бы он был? Вот я прочитал один отрывок в статье, он показался мне очень интересным, и я хотел бы прочитать вам. Вот представьте, такое объявление в газете о поиске лидеров церкви. И подумайте, насколько оно уместно. Он должен быть тактичен, умело находить точки соприкосновения со всеми группами в церкви, и при этом никого не обижать. Он должен обладать своей собственной волей, но в то же время соглашаться со всеми членами церкви. Возможно такое? Он должен быть одинаково открытым для всех слоев общества, как для богатых, так и для бедных. Он должен говорить первоклассные проповеди, которые способны понять даже неподготовленные слушатели. Он должен суметь всех убедить, что мы несчастные грешники, никого при этом не обидев. Каждая проповедь должна быть краткой, но законченной, отражать все новые открытия современного богословия. Глубокой, но понятной. В ней не должно быть богословских терминов и сложных слов. Он должен быть достаточно молодым, чтобы отличаться энтузиазмом, но в то же время обладать здравым суждением того, кто прожил достаточно долго, и иметь глубокий жизненный опыт. Заявления будут рассматриваться только о тех, кто обладает всеми вышеупомянутыми характеристиками. Работа предоставляется на срок в течение 3 лет.
Не знаю, как это звучит в вашей культуре, но в моей культуре иногда возникает мнение, что быть пастором церкви невозможно. Потому что у каждого в церкви есть свои ожидания, каким должен быть их лидер. Как он должен поступать, как он должен учить, как он должен руководить, что он должен делать, чего он не должен делать. Разве об этом говорит Библия, когда поднимает тему руководства в церкви? Ну, во-первых, очевидно, была проблема с руководством в церкви в Эфесе, иначе Павел бы не посвятил столько времени в 3 главе этой проблеме. Мы знаем, что была опасность лжеучений. Мы знаем, что в церкви была проблема с чистотой, чтобы все оставались верными. Ну а что же насчет руководства в церкви? Очевидно, что в церкви были те, кто не были достаточно зрелыми. В церкви были те, которые не обладали необходимыми качествами. Это влияло на всю церковь, пятнало репутацию церкви. И когда сегодня мы начинаем разбирать этот отрывок, то мы обнаружим нечто очень интересное. Во всяком случае, для меня это было достаточно интересно. Мы разберем перечень, каким должен быть лидер. И в нем перечислены черты характера, а не то, что лидер должен делать. И мы отметим следующее. Церковь может быть здоровой только в том случае, если здоров ее лидер. Повторю еще раз. Церковь настолько здоровая, насколько здоров ее лидер. Я могу вам привести в пример сотню дел, которые я делаю в церкви, а также сказать о том, чего я не делаю. Но если я не обладаю благочестивым характером, то церковь, в которой я несу служение, не будет здоровой. Скажу это по-другому. У вас может быть программа для детей, программа для молодежи, программа для взрослых, программа для алкоголиков и наркоманов. И все само по себе может быть очень хорошим. Но если лидеры в церкви не имеют благочестивых характеров, то здоровой ваша церковь не будет. И тому есть множество примеров. Итак, не забегая сильно вперед, позвольте мне прочитать вам стихи с 1 по 7. Первое послание к Тимофею, 3 глава, стихи с 1 по 7. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не серебролюбив, хорошо управляющим домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую». Итак, то, что мы только что прочитали, это длинный перечень тех характеристик, которыми должен обладать благочестивый лидер. Мне кажется, особо выделяется здесь то, что написано в 1 стихе. «Если кто епископство желает, доброго дела желает». Вы знаете, я думаю, что мы очень часто принимаем это как должное, особенно в нашей культуре, что в человеке должно быть такое вот некое желание, что «я хочу служить достойным образом». И это не имеет ничего общего с гордостью, потому что если бы так было, то такого лидера точно не нужно иметь в церкви. Я думаю, тут речь идет о внутреннем призвании, о действии Святого Духа, когда Бог говорит: «Брюс, наступило время для того, чтобы нести служение пастора в этой церкви». Я вам о себе уже немного рассказывал. Вот всю мою жизнь Бог помещал меня в такие обстоятельства, в такие ситуации, когда у меня была возможность проявлять лидерские качества. Я вспоминаю 6 класс в школе. У нас такая была игра «Лига молодых граждан». Мы делали проекты, пытались помочь определенным группам в нашем обществе. И уже в 6 классе я помню, что я был выбран президентом такой лиги. У нас были выборы, и 6- и 7-классники проголосовали за меня, чтобы я был президентом этой лиги молодых граждан. И один из наших проектов был следующий. Мы раскрашивали мусорные ведра вокруг школы. И потом в старших классах я был лидером молодежной группы в церкви.
И потом, когда я поступил учиться в колледж, я был избран старостой в группе. И такое впечатление, как будто Бог направлял меня, говоря, «Вот для этого я тебя создал». И уже будучи взрослым, став членом церкви, я нес учительское служение и помогал другим церквам. И когда я пришел в ту церковь, в которой сейчас несу служение, то у меня было это желание участвовать в руководстве церкви, определять направление ее развития. Не у всех это желание есть. Я думаю, Павел говорит вот что. Я готов повторить каждому мужчине, кто слушает этот курс. Может, Бог говорит вам, что вы слишком долго засиделись на последней лавке в церкви. И может, настало время вам сказать, что вы готовы нести служение в церкви, перестать быть обычным прихожанином, взять на себя служение, которое требует инициативы, которые требуют ответственности, которые требуют характера. И Павел говорит, что всякий, кто этого желает, то есть к этому стремится, он чувствует в сердце своем желание быть частью чего-то значимого. И размышляя об этом, я вспоминаю о другом примере, когда Саше было всего 4 года. Мы всей семьей были на концерте, на котором наша дочь Михела играла на скрипке. И вот мы все уселись на своих местах, а Саше ей было всего 4, не могла сидеть на месте спокойно, и мне пришлось вывести ее в коридор. И вот когда мы шли по коридору, в этой школе был лифт. И как вы знаете, в лифте есть кнопки для того, чтобы ехать вверх или вниз. Но она тогда была еще настолько маленькой, что как бы она ни старалась дотянуться до самых нижних кнопок, ей все равно вот столько не хватало. Она становилась на носочки, вытягивалась, а потом обращалась ко мне, «Папа, можешь мне помочь?» И когда Павел говорит о желании, то он имеет в виду то желание, которое есть у Саши, когда она пытается дотянуться до кнопки в лифте, достать ее, нажать ее, сделать что-то, что я никогда не делал, и сделать это не откладывая. Я опять обращаюсь к вам, мужчины, и неважно, являетесь ли вы еще подростком, или средних лет, или пожилым человеком. Не обращается ли Бог к вам и не показывает ли что-то, до чего вам стоит дотянуться, употребить для этого всю свою веру, всю свою любовь к Богу? Он говорит, если кто епископство желает, доброго дела желает. И знаете, в Новом Завете слова «пресвитер» и «епископ», они имеют похожее значение. Это те, кто следят за доктринальной чистотой церкви. Это не значит, что они все сами делают. Это значит, что они следят за ходом выполнения служений в церкви. Вот вам пример. Я думаю, я уже говорил об этом ранее. В нашей церкви сейчас ведется строительство нового зала для богослужений. Уже залит фундамент, и мои друзья присылают мне фотографии, на которых уже видны стены из фундаментных блоков. И вот так получилось, что подрядчик, который следит за ходом строительства, посещает нашу церковь. Да, ему приходится что-то делать своими руками, помогая рабочим, но основная его задача в том, чтобы наблюдать за ходом строительства. Если бы он попытался все делать сам, то не удалось бы все сделать, и не было бы ответственного. Иногда его можно увидеть разговаривающим по телефону, обсуждающим контракт с какой-то компанией. Иногда он звонит какому-то человеку, который должен приехать на строительство церкви. И у него есть возможность наблюдать за всем ходом строительства церкви и в случае необходимости помогать. Вот примерно такова же роль епископа в церкви. Он не тот, кто говорит, вот я лидер, поэтому следуйте за мной. Я расскажу вам, что нужно делать, и вы все будете делать. Совсем нет. Этот человек настолько зрелый, настолько опытен, что он может сказать, я все еще совершаю служение, но основное мое призвание в том, чтобы наблюдать за развитием церкви, чтобы она двигалась в правильном направлении. Этот человек должен убедиться, что все, чему учат в церкви, основывается на Божьем Слове. И далее он приводит длинный перечень тех характеристик, тех качеств, которыми должен обладать лидер. И начинает он так, второй стих. Но епископ должен быть непорочен. Вы можете сказать это такими словами. У него должен быть незапятнанный характер. Незапятнанный характер. И это не значит, что он должен быть совершенен. Таких нет, и таких никогда не будет.
и в его адрес будут обвинения. Но имеется в виду то, что все это не будет к нему прилипать. Вот люди будут говорить: «А ты видел, что сделал пастор Брюс на прошлой неделе?» «Да, я видел, что пастор сделал на прошлой неделе». «А ты знаешь, почему?» «О, нет, не знаю. Потому и потому». О пасторе всегда будут что-то говорить, но будет ли это правдой? И как мне кажется, непорочность — это то, что обобщает все последующие характеристики и качества пастора. Павел говорит, что характер епископа должен настолько соответствовать Божьему Слову, Божьему характеру, Божьему Духу, что когда люди будут обвинять пастора в чем-то, эти обвинения будут ложными, они не будут прилипать. Вот сейчас в нашей церкви мы переживаем трудный период. Есть несколько семей, которые несчастны. Они недовольны мной, потому что, как им кажется, есть какие-то опасности лжеучений, которым я не уделяю достаточно внимания. Я стараюсь им объяснить, что мы с моим помощником прекрасно знаем об этой опасности и защищаем, берегаем церковь от этих лжеучений, но их это не устраивает. Они хотят, чтобы я постоянно об этом проповедовал, постоянно об этом предупреждал. И вот что меня особенно радует, что я не оставлен один, что другие старейшины из нашего братского совета вступили за меня. Они сказали: давайте обратимся, чему учит Библия. Вот пастор Брюс, ты с достаточным уважением с этими людьми обошелся. И я им говорю: братья, вы должны подключиться и помочь. Может быть, я не сделал все как надо, недостаточно предупредил. А может, мне в чем-то надо исповедаться. Потому что я хочу быть непорочным, насколько это возможно, чтобы Бог продолжал совершать свою работу через меня. Поэтому представьте, что непорочность — это как некая крыша, и все остальные характеристики — это как стены или столпы, на которые эта крыша держится. Итак, второй стих. «Муж одной жены». Вот в Америке этот стих горячо обсуждается. Что же на самом деле имеется в виду? И обычно вопрос ставится так: а может ли старейшина, пастор церкви, быть разведенным? А кто-то подходит с другой стороны и спрашивает: а может ли пастор быть вдовцом? Вот если его жена умерла, а потом он женился вновь, вот может ли такой человек служить пастором церкви? Очень много споров. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступно. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Достаточно сложная тема. Было выдвинуто много богословских точек зрения о том, что же конкретно имеется в виду. Вот когда я пытаюсь разобраться, что же здесь имеется в виду, я задаюсь вопросом: Павел, о чем ты здесь говоришь? Что значит муж одной жены? Очевидно, здесь запрещается полигамия. Нельзя иметь более одной жены. Это ясно. Но что, если жена умерла, и человек женился вновь? Как же насчет него? И вот здесь важную роль играет контекст. Есть ли в Писании еще места, которые говорят о том, когда жена умирает? Свободен ли в этом случае мужчина, чтобы жениться вновь? Конечно. Если жена умирает, и мужчина женится вновь, и Библия говорит, что это абсолютно нормально, почему же в этом случае он не может нести служение пастора? Я думаю, что он может нести такое служение. Но вот где не все так просто, так это в случае с разводом. Вот несколько лет назад в нашей церкви был председатель церковного совета и группа старейшин. И председатель церковного совета присутствовал на наших встречах. Мы хотели, чтобы он был в курсе того, что происходит. И он, до того, как стал христианином, был разведен. Это произошло где-то 30, может быть, 35 лет тому назад. Потом он женился вновь, а потом уже он и его новая жена стали христианами. То есть развод произошел тогда, когда он еще был неверующим. И вот мы разбирали такой вопрос. Если в Библии написано «муж одной жены», то может ли разведенный человек быть старейшиной? Мы размышляли, спорили, и иногда наши споры были очень эмоциональными. Я помню, что однажды я ушел со встречи со слезами. И я думаю, что мы, чтобы понять, о чем здесь говорится, должны помнить следующее. Для Павла самое главное, чтобы в центре было Евангелие.
Но можно сказать, пастор Брюс, об этом в тексте ничего не говорится. Это как раз контекст. Вот если для Павла самое главное — Евангелие, то что это значит вот в этом конкретном стихе, который говорит о том, что старейшина должен быть мужем одной жены? Давайте представим, если человек недавно развелся и потом совсем недавно женился, а вы лишь недавно начали посещать эту церковь и потом подумали, неплохо было бы встретиться с пастором. И вы совсем недавно стали христианами, у вас много вопросов, вы пытаетесь во всем разобраться. И вот вы знакомитесь с пастором и узнаете, что он совсем недавно развелся и вновь женился. И вы только недавно пришли к вере, и вы думаете про себя. А что, так можно? То, что произошло с ним, я знаю его репутацию. И я знаю, почему он развелся. И я знаю, почему он вновь женился. И на самом деле та женщина, на которой он женился, и причина его развода, и он вами руководит? Вот если бы вы с этим столкнулись, как бы это на вас повлияло, на дело Евангелия? Это оказало бы негативное влияние. И когда Павел говорит «муж одной жены», давайте рассматривать это в контексте Евангелия. И вот давайте вернемся к тому примеру с мужчиной в моей церкви. Он не был верующим, когда развелся. Это произошло 30 лет назад. Он и его жена стали верующими. И все эти годы они верно и усердно служили Господу. Его поведение заслуживало подражания, его работа в церкви была потрясающей. Все его стремления были направлены на дело Евангелия. В нем не было ничего такого, что позволило бы вам сказать, «Ага, вот он каков на самом деле». Конечно, в своих поместных церквах вы будете вынуждены сами решать этот вопрос. Я лишь делюсь опытом нашей церкви. Но я бы был бы рад, если этот человек стал бы старейшиной в нашей церкви. Потому что я считаю, что он подходит под описание старейшины. Он непорочен, и развод имел место в его прошлой жизни. Поэтому я бы сказал, давайте дадим ему шанс, пусть попробует. Итак, это, наверное, самое сложное качество. Но давайте продолжим рассматривать перечень характеристик, данных Павлом. Итак, непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен. Итак, давайте рассмотрим эти три. Трезв, целомудрен и благочинен. Трезвый человек сохраняет здравомыслие в любых ситуациях. То есть его не так легко спровоцировать, он не выходит из себя слишком быстро. Он подходит к делу серьезно. Целомудренный, то есть проявляющий самоконтроль, контролирующий свой разум. Обсуждения на нашем братском совете порой бывают очень эмоциональны. Возникает желание выйти из себя, но надо сохранять контроль, сказать себе, «Брюс, у нас хорошее обсуждение, полезно обсуждать некоторые темы, поэтому успокойся». Благочинен, то есть способный контролировать свои чувства настолько, что его поведение остается благочинным. Когда человек ведет себя достойно, когда человек не пытается укрыться за лицемерной верой, но решает для себя, что то, что в моем сердце, будет определять мое поведение. Давайте продолжим. Странолюбив, когда нравится принимать людей у себя дома. А само слово буквально означает «любящий странников». В первом веке люди нередко путешествовали из одного города в другой, и тогда не было гостиниц, дорогих отелей, в которых можно было остановиться. Поэтому узнавали, что в этом городе есть верующие, и спрашивали, «Мы будем проходить через ваш город, можно будет остановиться у вас на пару дней?» «Конечно, живите у нас дома. Мы рады, что вы останетесь у нас». И Павел говорит, если вы хотите быть епископом, то вы должны иметь такое сердце, должны радоваться, когда люди останавливаются у вас дома. И далее он говорит, странолюбив, и затем он говорит, учителен. Это не значит, что он должен учить все время, и, конечно, не значит, что он должен проповедовать. Но это означает, что всякий раз, когда Бог дает ему возможность, дает ему способность, он делится Божьим Словом с теми, кого Бог приводит на его путь. Если бы требовалось, чтобы каждый член братского совета мог проповедовать, то у нас было бы не так много кандидатов в братский совет. Я думаю, Павел здесь имеет вот что. По мере того, как Бог учит вас, и как вы учитесь от других людей, у вас есть желание и способности передавать это окружающим. И далее Павел говорит следующее. «Не пьяница». И опять же, это то качество, которое говорит о непорочности, которое привлекает к Евангелию. Если один из лидеров церкви алкоголик, и люди об этом знают,
то будут ли они воспринимать благую весть, которая проповедуется в этой церкви? Павел говорит, он не может быть пьяницей. И дальше. «Не бийца, не сварлив, не крастолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив». Опять же, это то, что на виду перед людьми, как в церкви, так и вне ее. Павел говорит, «Я не хочу, чтобы вас знали, как тех, кто поднимают руку на людей». Не как тех, кто проявляет агрессию, но как тех, кто проявляет любовь. Не сварлив, то есть не любящий спорить и жаловаться. Знаете, есть люди, которым только дай поспорить. Знаете, когда только слышишь что-то, в чем есть противоречие, сразу ухо востро и готов вступить в спор. Но из-за своей роли я говорю себе, «Брюс, ты должен вести себя так, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Мне нравится что-то обсуждать». Но я понимаю, что обо мне не должны говорить, как о сварливом человеке. А как насчет сребролюбия? Означает ли это, что старейшина не может иметь денег? Конечно, нет. Но если вы служите Богу и в то же самое время желаете обогащаться, то ваше желание станет на пути вашего служения. Я думаю, каждый из нас знает таких, кто любит деньги. Я таких знаю, которые показывают то, чем они обладают, показывают свой достаток. Даже тогда, когда нужно помочь, они достают свой толстый бумажник и с таким видом говорят, «Я об этом позабочусь». Вы понимаете, это все составляющие непорочности. В первом веке христианство находилось под таким пристальным, испытывающим взглядом. И люди очень внимательно присматривались к христианам, стараясь понять, кто они такие, во что они верят, и как они живут, и как они поступают. Помните наш слоган «Вера определяет поведение». И чтобы, когда люди посмотрели на вашу жизнь, на ваши поступки, сказали «Теперь я знаю, во что они верят». И все эти качества можно увидеть по поведению в церкви. Все это также видно окружающим, тем людям, которым эти старейшины служат. Теперь посмотрите на переход в 4 стихе. И далее Павел переходит к тем качествам, которые видны по поведению в семье. «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий, послушанию, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, то будет ли пищись о Церкви Божией?» У нас 4 детей. Их возраст 6, 8, 12 и 14 лет. И если бы стало известно, что в моей семье настоящий бардак. Вот представьте, что я вас пригласил к себе домой, а в доме страшный беспорядок. Дети дерутся друг с другом. Они кричат друг на друга, рвут друг друга волосы, ломают игрушки друг друга. И вы приходите ко мне домой и думаете, «И это лидер церкви?» Как вы можете доверять мне, когда я учу из Божьего Слова, если в своей семье у меня полный беспорядок? Еще нужно пояснить вот что. Мои дети далеко не идеал, и я совсем не идеальный папа. Бывают минуты, когда я устал, когда я чем-то раздражен, и я далеко не идеальный отец. Но в то же самое время я понимаю ту ответственность, которая лежит на мне. Я должен наблюдать за своими детьми. И, честно говоря, Труди проводит дома времени гораздо больше, чем я. У нее гораздо больше возможностей быть с детьми, чем у меня. Означает ли это, что на ее плечи необходимо возложить всю ответственность? Конечно, нет. Я понимаю, что именно я ответственен за то, что происходит в нашей семье, в нашем доме, с нашими детьми. Несмотря на то, что Труди делает так много, именно я буду держать ответ перед Богом. Если в моем доме нету порядка, то это отталкивает людей от благой вести. Итак, 6 стих, еще одно качество. «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Знаете, в каждой церкви есть те, у которых очень яркое свидетельство обращения. И вы можете подумать, их свидетельство просто потрясающе. Вот если его чуть-чуть научить, то он будет потрясающим лидером. Может, это кто-то, кто добился больших успехов в бизнесе или спорте. И вот такой человек приходит ко Христу, его вера жива, динамична. И он рад послужить. И он говорит, «Я могу делать все, что угодно, чтобы помочь этой церкви».
И вы думаете, вот это точно лидер, надо его в совет старейшин, братский совет. Нет. Потому что новообращенные не до конца понимают, что такое христианская жизнь, что такое церковь. Не понимают всей глубины Евангелия и что это значит быть церковным лидером. И в своей церкви, если кто-то пришел ко Христу, мы не ставим их сразу на руководящие позиции, мы предлагаем поделиться свидетельством. И после проповеди я могу сказать, сейчас я хочу представить вам мистера Смита, и он расскажет о том, что Бог сделал в его жизни. Я думаю, что это замечательно, но это совсем не то же самое, что ставить человека лидером. Потом мы пытаемся вовлечь такого человека в какое-то служение в церкви. Вот мне на память приходит один брат в церкви. Вместе с женой он посещал нашу церковь около 2 лет, потом переехал в другой город. Я бы хотел, чтобы вы могли с ним встретиться. Но где-то 6 или 7 лет назад они из нашей церкви уехали. Если бы вы с ним встретились, то вы бы спросили, неужели он христианин? У него такой грубый голос, такое впечатление, как будто он курил всю свою жизнь. Говорит он таким рычащим голосом. И у него очень длинные волосы, которые он завязывает хвостик сзади. Если вы в первый раз зайдете в нашу церковь и увидите его, то подумайте, «О, наверное, он новенький». Одного взгляда на него достаточно, чтобы подумать, но он точно не может быть христианином. Но он христианин. И вот в те годы, когда они жили у нас и ходили в нашу церковь, они горели желанием служить Господу, проявляя удивительную веру. У нас есть молитвенная группа, которая собирается в субботу утром. И он приходил на эту субботнюю встречу. И знаете, что я вам скажу? Послушав его молитвы, я получал заряд на весь день. Он разговаривал с Богом, как будто Бог сидел на стуле напротив него. Настолько разговор был близким и дружеским. И я думал, вот это да! И знаете, что мы сделали? Он искал служение, и мы предложили ему быть в группе приветствия. Может, у вас есть в церкви такая группа, когда люди помогают найти место, дают бюллетень и говорят, «Добро пожаловать в нашу церковь». Он замечательно с этим справлялся. Мы не поручили ему быть старейшиной или пресвитером. Он еще не был готов для этого. Но мы наблюдали, как он несет служение в той роли, которая ему отведена. И он прекрасно все исполнял. И вот такова наша задача, как пасторов и лидеров церкви. Понять уровень зрелости человека и определить то место, которое он должен занимать в служении. И если он достойно проявляет себя в этом служении, то можно поручить ему что-то более ответственное. Это очень важный и замечательный процесс. В заключение 7 стих. «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую». Помните, что для Павла самое главное – Евангелие. Я не устану об этом повторять. Для Павла Евангелие было в основе всего. Смерть и воскресение Иисуса Христа, и что это значит для преображения человека. Это все. И Павел говорит, если кто-то планирует быть епископом, то недостаточно иметь доброе свидетельство от членов церкви, необходимо еще иметь доброе свидетельство от внешних. И когда вне церкви люди говорят об этом человеке, то в ее жизни не должно быть ничего, что может нанести урон репутации церкви. Опять же, речь не о том, что он совершенен во всем. Позвольте привести вам пример. В нашей церкви есть один человек, потрясающий лидер, твердый характер, очень умен, очень способный. Если вы поручите ему какое-то дело, то дело будет сделано на высшем уровне. Но проблема вот в чем. По долгу своей работы он общается с очень большим количеством людей. И далеко не все отзываются о нем всегда хорошо. Перед тем, как стать пастором, я был фермером и также общался с разными людьми, и всякий раз, когда всплывало его имя, люди спрашивали, «И неужели и он в вашей церкви? Ведь он это сделал, или это сделал, или я помню, как он так поступил». И вот в случае с конкретно этим человеком, на основании того, что известно о нем в обществе, я бы сказал, «Брат, ты любишь Бога, ты хорошо справляешься со служением, но я не думаю, что наступил тот момент, когда тебя необходимо рукополагать в служители». И для него это нелегко было выслушать,
потому что он желает быть лидером. А раз он желает, то Павел говорит о том, что он доброго дела желает. Но я говорю ему: брат, когда изменится твоя репутация от внешних, когда ты проживешь достаточно, чтобы ее изменить, что люди перестанут вспоминать твои дела, то мы будем рады предложить тебе руководящее служение. И опять же, все эти характеристики подпадают под определение непорочности. Это не значит, что лидеры должны быть совершенными. Нет, но они должны быть благочестивыми, не из новообращенных, но кто работает над собой, кто растет, кто желает быть благочестивым служителем, которого Бог будет использовать для утверждения Своего Царства. И позвольте обратиться ко всем мужчинам, тем, кто смотрит сейчас нас по видео. Если вы следуете за Иисусом Христом, то не возникает внутри вас желание быть служителем. Может быть, вы считаете, что у вас нет всех тех качеств, которые необходимы служителю, но может быть. Может, вы еще молоды, может, вам 18 или 20 лет, и вы жаждете больше праведности Божией, и вы растете, становитесь более зрелыми, и задумываетесь о том, что делать дальше. Я бы дал совет: участвуйте в жизни с церкви, старайтесь жить так, чтобы люди, видя вашу жизнь, видели порядочность, веру, честность. Может, среди тех, кто смотрит эти лекции, есть те, кому за 50, может быть, 60, и вы думаете: но меня уже никто не будет слушать, я слишком стар. Но дело еще не закончено. Если Бог кладет нам на сердце желание что-то делать для Него, то пусть это проявится в вашей жизни, в вашем служении. Пусть это проявится в вашем отношении к Евангелию и к желанию, чтобы оно распространилось по всей земле. И живите так, чтобы люди, посмотрев на вашу жизнь, сказали: мы хотим, чтобы он был лидером в нашей церкви. И неважно, молоды ли вы или стары, в основе всего Евангелия Иисуса Христа, и нужны люди порядочные, непорочные, любящие Господа и любящие Его Слово. И, может быть, вы как раз и есть тот человек. Может, вы можете стать таким человеком. И я буду об этом молиться, чтобы Бог совершил эту работу через вас.